Друзья, добро пожаловать на канал «Лиса в Америке». С вами Алиса. И сегодня у нас будет замечательное видео, праздничное. Я только вернулась с праздника Baby Shower. Девочки организовали такое замечательное мероприятие. Мы классно провели время вместе. Ссылку добавлю в описании. Вы сможете посмотреть немного, как все проходило. Ну и видео у нас закончилось на том, что я показала вам подарки, но теперь мы сможем их открыть и посмотреть, что девочки приготовили для меня и будущего малыша. Очень самой интересно, так что приглашаю к просмотру и поехали! Друзья, кто нас не знает, мы семья из Америки, у нас трое сыновей. И мы ждем четвертого сыночка. Живем мы в штате Южная Каролина. И в честь праздника, такого события, ожидания чуда в животике в нашей семье, мои девочки устроили замечательный праздник, baby shower. Мы посещаем церковь и организовывали девочки из церкви все это. Спасибо вам огромное, девчонки. Если кто будет смотреть, вы просто великолепны, все было на высшем уровне. Спасибо огромное всем, кто потрудился, кто приготовил вкусности, кто приготовил конкурсы, за каждую из вас, которая была на этом празднике, за молитвы, за подарки, за все. Также хочу поблагодарить моих девочек-зрительниц, которые также приехали на этот праздник. Вы просто своими улыбками, комплиментами сделали этот праздник еще намного ярче. Вы просто чудесные девчонки. Огромное спасибо, сердечки вам шлю. Ну а сейчас, друзья, приступим к распаковке подарков. Это очень интересно. Я думаю, что все любят подарки. И да, финальной точкой сегодняшнего прекрасного дня это будут подарочки. Давайте приступать и открывать скорее. Поехали! Друзья, все нужно сейчас отодвинуть. И постепенно я тогда буду брать и вот на столе открывать. Сижу, друзья, потому что уже поздний вечер, я весь день на ногах. Очень я подустала и маленько задыхаюсь, когда говорю, так что простите меня. Мне уже скоро в роддом. Итак, первый подарочек. Это мимимишное видео для тех, кто любит все для малышей. Смотрите на это. Просто посмотрите на этих зверюшек. Это маленький такой кьютный олень и ежик. Это будут первые подарочки, мягкие игрушки для нашего сыночка. Скажите, классные. Класс! И еще здесь что-то есть. О, ух ты! Смотрите, что еще! H&M. Очень люблю эту фирму. Здесь вот такой комплект. Вот такой бодик с длинным рукавом. Винни-Пух. Кстати, хочу заметить, что это на 9 месяцев. 6-9 месяцев. Это очень классно, потому что у меня уже есть часть вещей на совсем маленьких, а на 9 месяцев как раз нету ничего. Также прилагается вот такая вот шапочка с ушками. Вот такие вот штанишки модные. Смотрите, какой парень модно будет. И в шапочке. Супер, да? И еще двое таких штаников. Это на, наверное, на 6 месяцев. Сейчас скажу. Нет, это тоже 6-9 месяцев. Вот такие беленькие штаники с облачками и пуговками. И вот такие вот синие штаники. Здорово! Спасибо тебе огромное! Я знаю, это от Снежаны. Снежане огромное спасибо, что она приехала сегодня. Очень приятно было тебя видеть. Вообще классик. И еще какое-то пожелание написала. Сейчас посмотрим.
Друзья, здесь денежка. Я не знаю, показывать денежки. А что? Показывать буду тогда показывать. Снежана открыточку не подписала, но еще $100 сюда положила. Вау, вот это круто. Так, я не знаю, я очень сентиментальная сегодня. Мне кажется, я весь вечер проревела. Мне было все так мило, так приятно. Просто девчонки окружили меня любовью, заботой. Столько добрых слов было сказано и в мой адрес, и в адрес нашей семьи, и в адрес будущего малыша. У меня просто нет слов. Спасибо тебе, Снежана, огромное. Это просто... Снежану я знаю давно, еще из штата Орегон. Так получилось, что мы теперь живем в одном штате. Правда, Снежана жила в Ванкувере, но это через речку от Портленда. Очень хорошая у Снежаны семья. Не знаю, ставить, наверное, Снежанину фотку сюда. Очень красивая семья и хороший, очень добрый человек. Вот такой подарок от Снежаны. Спасибо тебе огромное. Следующий подарочек. Не написано от кого, но 0-12 месяцев. Смотрите, у нас скоро будет праздник, День Благодарения. И в этот праздник все такие тыковки ставят. Есть Хэллоуин, есть День Благодарения. На День Благодарения просто тыковки. На Хэллоуин делают, вырезают глазки, там страшные зубы. В общем, у нас такая тыковка маленькая будет. Можно будет малыш родиться и как раз в ноябре его зафоткать в такой милой шапочке и пинеточках оранжевый. Денис улыбается, говорит, что ему сильно понравился комплектик. Не подписано от кого, но это для, скорее всего, для меня. На Baby Shower дарят подарок и для ребеночка, и могут для мамы дарить. Вы посмотрите, это мыло ручной работы. Кто-то из наших девочек делает мыло. Можешь поближе каждое показывать? Ты знаешь, оно пахнет просто вот как мылом. Нету какого-то, да, запаха. Смотри, осенняя тематика. Все в оранжевых цветах. Посмотри просто на это. Красота. Кто-то из девочек наших делает такое мыло. Оно прям чувствуется такое, знаешь, на ощупь прикольное. Прям, мне кажется, кожа будет нежная-нежная. Еще раз давайте посмотрим. Мыло ручной работы. Спасибо огромное тому доброму человеку, кто это сделал. К сожалению, коробочка не подписана, так что я не знаю, кто это. Так, следующая коробочка вот такая миленькая. Здесь гиф-карточка. И подписана от Олечки. Олечка — это моя зрительница. А озвучивать насколько? Озвучивать, да, наверное, все суммы? Интересно, да. Написано 60. Представляешь? Уля. Я не знаю, в шоке. Спасибо тебе огромное. Оля будет видео это смотреть. Спасибо тебе, во-первых, что ты приехала, во-вторых, за такой шикарный подарок. А девчонки меня спрашивали, что подарить. Я говорю, или гиф-карточку на Amazon, или на Target. Мы очень любим магазин Target. Скорее всего, в будущем мы там будем покупать памперсы, которые можно купить только в магазине Target. А мы используем в начале... когда ребеночек рождается, вот эти популярные фирмы, а потом уже мы проэкспериментировали и поняли, что очень классные памперсы от фирмы, которую делает Target магазин, Up and Up, да. И мы будем использовать эти гиф-карточки для памперсов в будущем. Класс. Следующий подарочек тоже не написано от кого. Вот такая вот упаковка Huggies памперсов. И знаешь, что классно? Мы с тобой купили нулевку, единичку. Двоечка приехала.
как раз не было. Да, как раз не было двоечки. 100 памперсов, 72 памперса, размер двоечка. Вообще просто угадали. Спасибо огромное тому, кто подарил. Следующая, это оригинальная такая коробочка с шариком. Такая прям вообще просто так оригинально. Давай посмотрим, что там внутри. Ух ты! Это кто? Это тоже такая игрушка, какой-то Фузи Фрэндс. Короче, у нас получается уже 3 мягких игрушки, маленьких будет у малышонка. Прикольная. И Amazon карточка. О, от Оли и Антона, Алисы и Димы. Это тоже моя зрительница, Олечка, спасибо тебе. Вы представляете, ее дочку зовут Алиса, как меня. Она мне подарила на Amazon карточку. Получается, на $50. Спасибо тебе, солнышко, огромное. У тебя такая оригинальная получилась. Это коробочка и шарик. Вообще просто супер. Спасибо огромное еще раз, что приехала. Я надеюсь, что тебе все понравилось. И мы, кстати, живем на друг друга 5 минут. Вот такой подарочек от их семьи, от Олечки. Спасибо тебе огромное. Следующий, это точно такой же пакетик. Только здесь, скорее всего, от Олеси. Не знаю, насколько Олеся не подписала, насколько гифт-карточка. Узнаем уже потом, или я у нее спрошу. Это тоже моя зрительница. Кстати, историю с Олесей я рассказывала в одном из своих видео, как мы с ней познакомились, как мы с ней встретились возле магазина Target, а потом в тот же день оказалось, что мы встретились. Причем удивительным образом. Это была незабываемая история знакомства с моей зрительницей. В общем, Олеся, тебе огромный привет. Я передавала привет всем твоим родственникам. Вам тоже привет, если будете смотреть. Олеся вот была у нас на празднике таком. В общем, карточка, не знаю, Олеся не подписала на сколько, но в любом случае я тебя сильно-сильно благодарю, что ты приехала, и за подарочек. Очень приятно. Так, следующий пакетик вот такой вот кьютный. Тут тоже еще мягкая игрушка. Ух ты! Это какой-то Нуби. Он, наверное, поет. Помолилась, да. Такой ангелочек уютный. От кого, я не знаю. Девчонки не подписали, от кого подарочки. Вау. И две карточки по $25. Не подписано. От кого? Девочки, я не знаю. Кого благодарить? Вот скажите, пожалуйста. Надо подписывать, чтобы я знала, кого благодарить. В общем, такой ангелочек и две карточки. Супер, на магазин Target. Опять, я не знаю. Это просто чудо, потому что мне именно нужны были на Target для памперсов. Ну и классно, когда если на Amazon карточка, то там можно купить что-то там, сосочки, бутылочки. В общем, очень довольна, папа. У нас теперь на запас памперсов будет много карточек. Круто. Вообще, спасибо огромное за подарок. Вообще супер просто. Теперь еще такой огромный пакет. Папа говорит, что еще подарки? Представляешь, как много? Я в шоке. Приятно, в шоке. Смотри, единичку подарили, вот такие вот памперсы, фирмы памперс. У нас вообще в Америке называют дайперс, дайперы мы их называем, вот, но дома можно памперсы называть. Вот такие, единичка, класс, супер, спасибо огромное. И также, наверное, тот, кто клал памперсы, положил вот такие вот салфетки. Здесь, похоже, одна такая большая упаковка. А не, их здесь две. Две упаковки тоже от фирмы Pampers. Мокрые салфеточки именно на воде. Видишь, аква.
они пропитаны как водой, получается. Не будет раздражения. Да, не, точно 100% не будет раздражения. Вот такой комплектик. Это очень нужно. Очень нужно. Спасибо огромное. Но тоже не подписано, не знаю от кого. Так, а следующее, это вот такие открыточки здесь. Так, есть какие-то, кто подписал? О, это Дениса двоюродная сестра. Была на этом мероприятии. Леночка, привет. Алисочка, поздравляем со скорым рождением малыша. Пусть он родится здоровым, крепким и благословенным от Бога. Сил тебе, здоровья, мудрости, и пусть Господь благословит тебя и твою семью. С любовью, Елена, Карина. Сейчас посмотрим. Ух ты, денежка! $50 подарили. Спасибо, Лена, огромное. Была рада тебя тоже сегодня видеть. Вот такой вот подарочек. Так, следующий конвертик не подписанный. Не знаю. Кто-то положил $20 и не подписал. Спасибо огромное, очень приятно. Я так понимаю, что, скорее всего, в конвертиках будут денежки. Так что буду читать, от кого, что желают. Здесь просто подписали мое имя. И снова конвертик. Давайте посмотрим. Вау! $40. $40. Спасибо огромное. Я не знаю, кто это дарил. Девочки, спасибо каждой из вас. Просто слов нет. От Олечки. Тоже денежка. $50. Оля, спасибо тебе огромное. Оля, кстати, от нас тоже недалеко живет. 8 минут. Благодарю искренне. Так, потом такой синий конвертик. Просто написано «Алиса». Здесь открытка. Такая милая открытка. Смотрите. For your baby shower. Поздравляем, пусть Бог вашу семью благословит. Такая вот открыточка. Вау, девочки, $25. Кто-то из вас мне подарил. И главное, секретничают, не пишут от кого. Спасибо огромное. Очень приятно. Так, ну что, столько конвертов, я в шоке. Я сейчас расплачусь. Анечка от их семьи, от Сергея и Ани. Дорогую Алисочку сердечно поздравляем с рождением сыночка. Тоже так миленько завернула. И здесь тоже денежка, $20. Спасибо тебе, Анечка. И за те слова, которые ты сегодня мне сказала. Ты прям в точку сказала. Знаю об этом. God bless you, кто-то написал. Почему-то в Америке Бога называют, вообще как пишется, как God, говорят God. Ну что это за God? Да, папа? Надо было мне какой-то красивый такой ножичек дать, потому что я так поразрывала, ну ладно. Тоже $20, спасибо большое, приятно. Папа сбегал наверх, принес вот такую открывачку. Я такой никогда не открывала. Я обычно этим ножик такой, которым коробки открываем. Так, здесь кто-то написал Алисе от Лизы. Лиза, спасибо огромное. О, Лиза, $50. Спасибо тебе огромное, Лиза. Лиза сама недавно стала мамочкой. Мне... Третий ребеночек, прекрасная малышка родилась. Спасибо тебе очень большое за подарочек, очень приятно. Следующий подарок – это конвертик от Ирины. Открываем. А здесь знаешь что? Как папа открывать? Деревня! О, открывается, слушай.
Все получилось. Боже, тут тоже деньги. Девочки, я в шоке. $50. Девочки, спасибо большое. Приятно. О, еще конвертики, папа. Так, неподписанный конвертик. $20. Спасибо большое. Девочки, что не подписали? Так, смотрим. Эх. Просто беленький. Тоже, да, $20? Тоже $20. Спасибо большое. Очень приятно, очень-очень. Лилечка. Лиля испекла сегодня замечательный торт. Я так понимаю, что Лиля, наверное, не только торт испекла. Может быть, безе она тоже делала, надо ее спросить. Но сегодня вот этот торт, который вы видели в прошлом видео, это испекла Лиля. У него просто невероятная начинка. Очень вкусный торт. Спасибо тебе, Лилечка, за торт. $50. Вау, круто. Спасибо огромное, очень приятно. Ты смеешься, как я открываю? Что, неправильно? А как надо? Мастер-класс. Так, хорошо, хоть этот конвертик не придется открывать. От Ани. Алисе от Ани. $30. Ура! Спасибо большое. Очень приятно. От Софии, Алисе. Ой, здорово. Папа, не смейся, как я открываю. $20. А, 50. $50. Спасибо большое. Очень приятно. София, ты, кстати, сегодня была просто великолепная. Я об этом тебе говорила. Если будешь смотреть это видео, знай об этом. Выглядишь просто бомба. Мы рядом сидели. Так, for baby boy from Lena. Леночка скоро тоже станет мамой в четвертый раз. Спасибо тебе, что ты приехала. И смотрим подарочек. $30. Слушай, папа, столько денег надарили. Класс. Вообще, я могу представить, что мы уже, я так представляю примерно, что мы купим малышонку на эти денежки. В общем, смотрите, сколько денежек, конвертиков. Спасибо огромное, девчонки, всем, кто был сегодня, кто подарил эти подарки. Я всех не знаю, вы не подписались, но от чистого сердца благодарим. Это очень большая помощь будет для нашей семьи, потому что у нас хоть и четвертый ребенок, но мы все раздали, что у нас было для деток, и теперь приходится покупать заново, так что теперь у нас есть денежка, и мы прикупим что-то такое на эти деньги. Можно купить очень хорошее для ребеночка, что мы и сделаем. У нас последний пакетик. Красивая эта упаковочная бумага. Ух ты! Такая погремушка. И здесь получается внутри специальный такой, я не знаю, или гель, или что. Замораживается. Это кладется в морозилку, замораживается. Когда прорезаются зубки, ребенок холодненькое кусает. И это помогает, чтобы не так больно было. И такой комплектик. Ух ты. Смотри, на 12 месяцев. Четенько. У нас есть уже немножко мы одежды подкупили для новорожденного, для 3 месяцев. Я бы сказала, наверное, 6 месяцев, а пока одежки нету. Поэтому вот здорово, что теперь будет. У нас теперь будет 6 до 9, что Снежана подарила. И вот этот комплектик такой с медвежонком. Класс! Смотрите, 3 бодички. Теперь медвежонок и коала. Милота.
Такой кто-то положил комплектик Картерс фирма. Та-дам! Слушайте, я приятно удивлена. Просто столько подарков. Я очень сильно благодарна за каждый подарок, каждой девочке, кто сегодня приехал и сделал этот день. Это просто супер. Вот такие вот чудесные подарки получила наша семья от наших друзей. Спасибо огромное еще раз за каждый подарок, за внимание, за этот чудесный вечер. Очень приятно. Ну а я, как всегда, желаю всем мира, любви и добра. И до скорых встреч на нашем канале. Всем пока! Я счастлива! Пока-пока! До встречи!